have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и мы с вами в Katana Zero будем проходить и пытаться дальше как-то продолжить, собственно. Я не знаю, с какого момента мы сейчас начнем. Что, блин? Фабрика, отель, клуб. Выбор глав! Кстати, смотрите, за счет того, что здесь VHS и выбор глав производится за счет кассет. Это еще одна такая прикольная, по-моему, ну не то чтобы отсылочка, но еще то, что связывает эту игру с... как ее? С Hotline Miami. Я в прошлый раз говорил, что у них есть эта связь, клуб. Я, например, не знал, что мы сейчас будем в клубе. Мы закончили прошлую серию на том, что мы только... Ну... Я еще с вами спорил, там девочка настоящая, не настоящая. Давайте посмотрим с этого момента. Сон. Я не пойму немножечко, что от нас хотят. Начать ли с сна или начать ли с этого... Ну, мы вроде как здесь остановились, да? Давайте начнем с этого. Сон-то мы посмотрели. Прошу, проходи, располагайся. Да, вроде как с этого же места. Отлично. А больше посмотреть ничего, кстати, не могу. Такой ходит, такой тук-тук-тук-тук. Прикольный чувак. Итак. Для начала давай обсудим, насколько здоровый у тебя сон. Твой кошмар и повторялся? Так, прошлой ночью, конечно, не теперь мне снится радуга и пони. Не хочу об этом говорить. Я не уверен, что я доверяю этому чуваку, но пока скажем правду. Ага, вот как. Расскажи, что происходило в этом сне. В меня стреляли. Ученого убили. Не хочу. Ученого убили. Я до сих пор не уверен, что я верю полностью. Он такой, ага, ясно. Не хочу продолжения. Значит, этот ученый с тобой заговорил? Да, но я его не понял. Скорее, крикнул что-то перед смертью. Вот, наверное, вот это. Мне кажется, что эти сны... Ладно, давайте дочитаем диалог. Сразу после этого его застрелили. Может, он пытался тебя предупредить. Предупредить, да. Возможно, кстати. Прячься... Они... Да, думаю, он пытался предупредить. Да, думаю, это так. Я подозреваю, что эти сны связаны с неким травматическим воспоминанием, имевшим место быть еще в... до ранения. Ранение? Ты почти погиб во время войны. Серьезная черепно-мозговая травма, последующая амнезия. Кстати, а почему об этом только сейчас узнаем? Окей. С тех пор мы и работаем, несмотря на твою потерю памяти и исказившееся восприятие времени. А, так это нам понятно, откуда дар. Твоя медаль за отвагу не только служит важным напоминанием о твоих жертвах, но еще и обязывает тебя твоим прошлым. Связывает, извините, тебя твоим, с твоим прошлым. Я наблюдаю медленный, но стабильный прогресс. Скажи, как у тебя с личной жизнью? Без изменений. Я не буду говорить про девочку, не хочу. Вот как. Социализация обычно признается неотъемлемым элементом терапии, однако же я полагаю, что тебе слишком рано коммуницировать с другими людьми. Поговорил вчера с одним человеком. Я понимаю. Что ж, сегодня ты сделал большой шаг на пути к исцелению. Подожди чуть-чуть. Есть несколько причин, почему я не сказал ему правду. Сейчас мы с вами это обсудим. Это был очень продуктивный разговор. Завтра мы обязательно побеседуем еще. Так, ладно. Что я думаю насчет всего этого? Я думаю, что эти уколы нас на чем-то держат.
И эти уколы, это не мы на войне получили травму, и она блокирует воспоминания. Я думаю, что эти уколы блокируют наши воспоминания. Что-то ищешь? Я, ну, у меня как бы легкая паранойя насчет того, что как раз эти уколы, за которыми мы приходим, они и блокируют наши воспоминания. А вот этот чувак, он же не просто психотерапевт, он еще и тот, на кого мы работаем. То есть в какой-то степени ему выгодно иметь такого человека, как я, который может устранять проблемы. Так, открываем папку. Уничтожить папку. Кстати, да, тут прям кнопка написана «Уничтожить». Так, возраст 24 года, рост 80, глаза голубые, тип психики устойчивый. После успешного на-на-на выполнения задания отправьте код на-на-на-на-на. Диджей Электроник, известный диджей из второго района, замечен в распространении наркотиков. Цель практически не охраняется, но постоянно находится в окружении фанатов. Патологический лжец. Не вступать в разговор. Ага. Ну, то есть, смотрите, тут может быть две стороны одной монеты. С одной стороны, наш наниматель, он реально хочет нам добра, он хочет чего-то хорошего, он пытается нас спасти. Но почему он тогда нанимает убивать людей? И эти люди явно, ну, прошлая наша цель, он нам сказал такие слова: вас еще осталось несколько, возможно... Знаете, что мне сейчас вспомнилось? Наверное, я слишком много буду сейчас триндеть, но мне почему-то вспомнился Rex Power Cold из Blood Dragon. Не смотрели, посмотрите, обязательно есть на канале. И там вроде как вся эта тема взята из универсального солдата, что убитых на войне людей воскрешали, подавляли им память. И, в общем-то, то есть, возможно, он когда-то был убит, а сейчас его память подавляли, чтобы он... это такие теории заговора. Сейчас попробую все это объяснить более подробно. Я думаю, что его сейчас используют для устранения... для устранения тех людей, которые... это стелс. И он не слышит меня, понятно. Для устранения тех людей, которые... А почему Control? Он меня так не заметит, да? Почему Control вперед? А, прокрасться? Ну так он меня не слышит. Я смешиваться с толпой могу, я понял. А, вот это тоже считается смешаться с толпой? Хотя тут светло, я думал, что наверху это будет сложнее. Надо было сразу туда дальше простелсить. Они меня так в упор не видят. Хорошо. Эй, только для персонала. Этих надо мочить. Я понял. До свидания. Я понял, почему у него... я хотел сказать, почему у него цель на голове, это мой курсор просто. Да, это сработает, отлично. А туда нельзя? Я понял. Так, там турель. Что, блин? Так, мне нужно... Да хорош. Дай... надо было shift держать, я думал, его надо активировать. Так, звонок. Не забывай, время переката ты должен... Переката ты неуязвим. А, перекат. Если никак не получается пройти
придумать хороший план, то всегда можно сосредоточиться и замедлить время, как для какого-нибудь особо сложного маневра. Я понял, я как раз собирался замедлить время, ребят. Игра мне такая говорит. Перекатом помогло, нормально. Я внизу не вижу, не вижу. А! Нормально. Минус. Эта штука меня видит, я понял. Задымление, вот это круто. Это круто, это хорошая штука. Я сначала не понял, что от меня игра хочет. Так, эти двое ребят. Они жесткие. Но минус. Хорошо. Блин, интересно, тут есть какие-то секреты, блин, там надо было идти на этом, на... Их надо пробовать убивать. Да, без этого. Отлично. А, тут можно было просто задымить и пройти. Отлично. Ну, сработало и так. Надо почаще обращать внимание на окружающую среду. На environment. Кстати, у нас... Опа, подбираем. Ай-яй-яй-яй, турель. Надо было задымить, надо... я только сейчас это заметил, ладно. Так, топорик у меня остался. Минус. Я могу? Могу. Могу. Что, блин? Меня просто последний чувак взял и ушатал. Ты серьезно? Он меня просто застрелил. Я на самом деле вам говорил, что в прошлый раз, что я собираюсь играть на геймпаде, у меня тупо не было времени его подрубить. Поэтому я продолжаю мучиться... Я не могу его так подобрать, ладно. Продолжаем мучиться на том, что есть. Нет! Но он меня убьет. Блин, меня лазер-то, камон. Ну, чтоб ты... Я уж даже придумал, как выкрутиться без этого, но... Может, надо, кстати, почаще использовать... Почаще использовать именно метательное что-нибудь. Нет! Ух, хорошо, хоть встрявшие эти ничего не делают. Ну, то есть их можно подобрать. Как он меня убил? Так, нет, стоп. Там надо обойтись... Надо последнюю эту штуку подобрать и кинуть в него. Я, по-моему, ну, просто это глупо. Подбираем. Идем туда.
чтобы у меня хоть одно метательное оружие было. Все, до свидания. Фух. Куда теперь? Сюда? Отлично, пройдено. Годится. Почти нет охраны! Доходяга Ричард, дрыщавый совет готов вынести вердикт касательно чего? Неужели? Неужели вы наконец-то примете меня? Ты смог зачесать свою гриву в лучшую из причесок, в помпадур. В любом барбершопе тебя узнают в лицо. Однако же, мы не можем принять тебя. Почему? Ну, блин! Мы не можем принять тебя, пока ты не накидаешься с нами, пивасиком. Блин, ребята, алкоголь-то плохо. Ох, блин, я же чуть не повелся. Бульк, бульк, бульк. Так, вы типа пьяные? Только ты пьешь не как мальчик, а как муж. А-а-а! Неплохо, закидал чувака, чуваков бутылками просто. Он меня тупо застрелил, ты серьезно? Минус. Все, накидались, блин. О! Можно и так. Минус два. Так, там турель. Турель — это плохо. Я сразу не заметил, надо было. Да-да-да, доходя, да-да-да, готов вынести вердикт касательно принятия тебя в свои ряды. Наконец-то теперь это прочитаю. Так как ты меня-то... На, минус два просто. И тебя... Я их дверями просто убиваю, это круто. Так. Да ну как ты... Блин, ну серьезно, такие... Моменты просто бесят. До свидания, ребят. Так, вот этих двоих сейчас сжираем. Классно. Да ну, ёлки-палки, я не могу туда нормально запрыгнуть, я понял. Так, минус вы, минус ты. Тут уже до автоматизма дошло. Тут турель. Турель — это фигово на самом деле. Я понял. Блин, я понял, что мне нужно сделать. Да, все, все, все. Не до вас, вы уже трупы, все. Недоумки. До свидания. Вот как это надо было сделать. Почему я не додумался до этого раньше? А самому потихонечку пройти здесь и грохнуть турель, и все. Я ничего тут подобрать не могу. Блин, решение было офигительно простое, не знаю. А, да, это сработает. Конечно, сработает, чувак. Отвечаю на звонок. Ты не должен говорить с электроником. Принято. Ты не должен говорить с электроником. Да иди нафиг. Я хочу с ним поговорить. Я понял, что он патологически лжец, все дела. Это босс? Меня глючит? Нет, я пришел убить тебя. Мамин ёжик, меня не глючит. Так, чувак, давай без резких движений. Я все верну, все верну. Чего ты там промочишь? Слушай, если эта дурь там была... Ох, Иисус, я все верну после... Почти только... Что за дурь?
Ну, твоя дурь, блин. Вещество, я только разочек их попробовал на Патьке. Честно, твое. Он его узнал. Меня так вставило, будто ты время начало замедляться, повторять само себя. У меня дико глючит с тех пор. Я все верну. Где она? Ты точно настоящий? В смысле, там, где была, в твоем хранилище. Я ее не украл, даже просто выкупил этот сраный клад. Склад. Мне сказали, что хозяин умер. Как эта дурь называется? Да не знаю я, она в бутылке без этикетки. Так, стоп, ты не знаешь, как она называется? Ты кто такой нафиг? Слышь? До свидания. Господи, кто-нибудь помогите, кто-нибудь. А, ну никто же не знает, что я с ним разговаривал, правильно? Зачем я это сделал? До свидания. А, нет! Фух, блин, как же я испугался-то. Чувак с дробашом, ничего такой нормальный сзади прибежал. Фух, это была подстава в конце. Просто выскочил чувак с автоматом, это была подстава, Карл. Работодатель доволен результатом. Крутяк. Чистильщик скоро будет на месте. Завтра тебя ждет новая работа. Кстати, опять девочка. Опять девочка. Как мне кажется, не настоящая. Чего здесь делаешь? Привет. Ты меня ждешь, что ли? На, ну привет. Да дурачка, если я не строю, дядь, а то бегемот... Что, блин? А, бегемот. Она бегемотами играет. Вываливай, собака сутулая, в воровской карман спрятал Левиафана. Что еще за Левиафан? Ты в церковно-приходской учился или где? Он король морей, старший брат бегемота, зацени. Бегемот в данном случае не животное, бегемот в данном случае это... Я понял, кто это, да. Бегемот светится только тогда, когда Левиафан рядом. А ну открывай дверь, пока я не послала тебя на бутылку... Не посадил тебя на бутылку. Не буду. Я не буду с ней ругаться. Открой! Динозаврица, господи всемогущий, заходи уже. Вот так-то. Я же говорила, что он всех сдаст, бегемот. Странно, что на длинные диалоги дают так мало времени, а на короткие диалоги просто на вагон и тележечку времени. Давай чаю попьем. Господи, ну и срачельник, я вообще не удивлена, что ты меня пускать не хотел. Ну так понятно, холостяцкая берлога. Вот, на, держи бегемота, чем ты ближе, тем он ярче. О, мне бегемота дали, прикольно. Осмотреть стойку? Да. Ничего. Смотреть коридор, да. Ничего. Чайку попить? Холодильник осмотреть? Конечно, осмотреть. Тут только рыбьи головы. А что у тебя в холодильнике рыбьи головы-то делают? Осмотреть буфет? Конечно. Ничего. Было видно по длине этой штуки. Так. Наверное, здесь осмотреть надо. За диванье. За диванье, ребят. Ничего. Ну, понятно. Под диванье. Есть за диванье и под диванье. Так что прошу. Опа! Есть! Я нашел. Ай, говорила, я знала. Он у тебя был. Я не... Похоже, от прошлого владельца остался. Ну, наверное, так.
Здоровенький булы, Левиафан. Что за акцент? Рар. Теперь мне страшно. О, они сильные. Как думаешь, я мог бы их победить? Не, у них же руки гнутся. А еще настоящие Левиафаны бегемотом больше тебя примерно в 100 тысяч миллионов раз. Деваха прикольная такая. Ну... пойду я. Можешь себе Левиафана оставить. Пока. Но если будешь его обижать, то мы с бегемотом выставим тебе дверь. Вышибем, наверное. Ну ладно. Чао. Какао. К другим новостям. По улицам пока что нет у полиции пока нет подозреваемого по делу убийства диджея Электроника. Давайте чайку попьем. Который погиб от ножевого ранения во время выступления в клубе «Неон». Это был «Неон». Убийство повлекло за собой панику и давку, в которой пострадали многие посетители. В том числе и самый главный человек в Новой Мексике, силач Терри. Кто это? Я кого-то силача урезал. Несмотря на эту трагедию, менеджер клуба «Неон» Стерлинг Сильвер заявил, что шоу must go on, то есть должно продолжаться. Мы сейчас быстренько стены с полами ототрем и снова можно тусить. Какой циничный шеф. К другим новостям. Обрушение моста в третьем районе повлекло за собой гибель 7 человек и оставило бездомными более 100. Ого, шо ж ты. Управляющий компании опровергает жалобы жителей третьего района. Опровергает жалобы, красавчик просто. И уверяет, что все планы и архитектурные решения согласовались с правительством Стыка. Стык — это район города, я теперь так думаю. К другим новостям. Полиция пока... Да, это уже было. Ну, давайте попробуем уснуть и... Что у нас там? Блин, эти ребята тусят просто нон-стоп уже сколько? Третий день. Да, пробуем уснуть вперед. Че за глюк сейчас был? Профессор забегает. Прячьтесь. Они его убивают. Подбегает девочка. Девочку крадут. А, нет, ее кидают об машину. Потом стреляют в меня. Осталось 7 дней. Прошу, проходи. Располагайся. Ребятушки, давайте в этот раз, наверное, ну, просто получилось поменьше. Там у нас два задания получилось за одну серию. Тут у нас одно задание на серию выходит. Но я думаю, что дальше это будет наш формат на, ну, как бы одно задание на одну серию, если они будут такие же. Ну, довольно объемные и, ну, потные, ну, такие. Вот, в общем, вы меня понимаете. Давайте, наверное, пока что на этом серию заканчивать. Спасибо, что были с нами, и увидимся в следующих сериях. В общем, мои предположения пока что такие. Или этот чувак, ну, все, с кем мы разговариваем, они нас узнают, они нас, ну, практически узнают, они нас знают, они, типа, все в курсе, я один такой не в курсе. Мне кажется, что вот этот чувак нас обманывает, пока что нас обманывает. Я пока ставлю на это, что вот этот чувак нам заливает и пытается нас надурить, а мы пытаемся устранить людей, ненужных ему, но при этом мы сами остаемся в пролете. И девочка не настоящая. Тоже думаю, что девочка не настоящая. В общем, мои ставки пока такие. Все, ребят, на этом все. Увидимся в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.